Коли, на вашу думку, може бути звільнено ваш рідний Донецьк і Макіївку? Донецьк, Макіївку? Ну, якщо реально зайде тяжелое, то и Донецк, и Макеевку. Кстати, как раз по поводу тяжелого это вопрос. После принятия решения об освобождении Донецка и Макеевки, это можно сделать в течение 2 недель. Причем зайти в Донецк уже можно сегодня. От Донецка, от линии фронта до окраины Донецка несколько километров. И эти несколько километров были все 8 лет. То есть, по большому счету, мы в течение всех 8 лет могли начать освобождение Донецка. Почему оно не начиналось, почему мы 8 лет занимались не войной, а, ну, давайте не будем, это политические моменты, не будем, лучше их сейчас на данный момент до нашей победы не оговаривать. Но эти вопросы, конечно, будут. Освободить Донецк, освободить Макеевку можно за пару недель. Причем самое интересное... заход украинских войск в Донецк, а потом и в Макеевку, он будет не таким страшным и не таким болезненным, как, допустим, оккупация того же россиянами того же Мариуполя. Вот даже сегодня, вернее, в течение этой недели российские войска для каких-то своих целей обстреливали Донецк всего неделю. Блуждающие минометы, несколько батарей Д-30-х обстреливали Донецк для выполнения каких-то политических задач, может быть, там присоединение к России, может быть, какой-то мобилизационный момент для того, чтобы как-то собрать мобилизацию. Но добились они очень интересного эффекта. Вот сегодня на выезд из Донецк и через пункт Успенка российских уже выстроились очереди 15-часовые. Сейчас из Донецка идет бегство практически людей, которые понимают, что начались какие-то бои, действия по городу. Вот выезд из Донецка основной части населения будет в течение где-то недели. Вот он сейчас уже начался. Причем и войска ДНР, и российские, ну, российские поселку Постоку, но в основном... войска ДНР получили указание вывести свои семьи из Донецка вчера. То есть в течение 2 дней они будут вывозить семьи из того же Донецка. Но есть вариант начать какие-то действия, допустим, контрнаступательные по Донецку вот до конца этой недели. Как этим воспользуется, допустим, наше руководство военное, ну это уже на их усмотрение. Но вариант такой есть. И сейчас, на данный момент, допустим, в том же Донецке количество населения уменьшается. Процентов на 20 оно уже уменьшилось за последние, допустим, несколько недель.